Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». ЦСКА ВВС прибавляет в игре от матча к матчу высшей хоккейной лиги. Однако для победы им не хватает одной лишней заброшенной шайбы. Вот и в поединке с Рязанью военные летчики забили первыми. На 6-й минуте отличился Никита Букия. Во втором периоде гости вышли вперед 1-2, но ненадолго. ЦСКА ВВС вернул себе преимущество перед вторым перерывом. 3-2. Вторую шайбу в матче оформил Букия, а Денис Ковалев открыл им счет. Второй-третий период мы играли поинтереснее хозяев. Может быть, сказалось то, что у ЦСКА ВВС была определенная пауза. Если мы третью игру играем на выезде, уже соперник играет первую, может быть, сказалось это, может, еще что-то. Но я считаю, что мы сегодня потеряли очко. Третий период придал трагизма игре. Рязань во второй раз вырвалась вперед. Самарцы во второй раз счет сравняли. ЦСКА ВВС спас за минуту до финальной сирены Рамиль Сулейманов. Дополнительный четвертый период удачным оказался для гостей. В итоге 4-5 поражение ЦСКА ВВС. Ребята сражались до конца. Немножко чуть не дотерпели. Обидно, что не все пока принимают участие в матче в плане помощи. Одним звеном тяжело выигрывать. Однако овертайм подарил военным летчикам одно очко, которое позволило им подняться на одну строчку в турнирной таблице. Лидер ВХЛ – питерская «Динамо». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!